Так, ну что, открываем кейшот, забираем наши колечки. Вот они. Поворачиваем так, как нам нужно, как они там были. Где-то, да, вот так. Хорошо. И начинаем свою песню. То есть мы сначала сейчас возьмем сразу же материалы, откроем, а здесь откроем сцену. Вот. И давайте мы тогда титаниум. Где у нас титаниум был? Металл. Вот он, это титаниум. Basic. Вот этот полированный. Давайте мы его вот так вот заделаем. Пусть он не совсем черный. Так, узор. Где еще узоры? Вот они, узоры есть. Далее нам надо золото. Это обода. Давайте пойдем. Золото возьмем. Вот это вот полированное 24 карата. Так, обод. Вот один обод. И обод. Вот этот. Второй обод. Хорошо. Так, ну это тоже ведь. Плетенка тоже, кстати. Вот так. С этим разобрались. Теперь осталось. Так, ну-ка. Глаз. Сами глаз. Так, gemstones. Кристалл, допустим, попробовать. Кристаллы. Так, взялись они отлично. Ну и здесь тоже кристаллы тогда. Вот. Все. Великолепно. Далее идем в материалы. И берем титаниум. И говорим, что ты у нас будешь цвет давать. Цвет ты давать будешь черный почти что. Черный блестящий. Вот такой. Так. Это тоже. Окей. И здесь такой же. Все. Хорошо. С этим справились. Отлично. Так. Он должен быть блестящий. Металл. Но что еще? Металл. Все. Так. Эти все красивые у нас. Теперь осталось позаниматься. Так. Ну-ка. Мы пойдем теперь в Umgebung. И скажем Boden. Фаба. Если мы возьмем вот эту фабу, вот, почти такая же, только она более такая, знаете ли, такая вот, ну-ка, нет, еще не так, вот, отлично, но нам нужно, чтобы Бонда рефлекшен был, вот рефлекшен, так. А дальше с этим справились, окей. Хеликайт нам не нужна такая хеликайт. Так, ну надо, чтобы она тут что-то отражала. Тогда будет блескучий, тогда она будет. Контраст добавим. Вот, контраст добавили, хорошо. Так, попробовать сейчас гибанг. Гибанг, допустим, попробовать вот этот. Нет, это плохая идея. Студия. Вот это уже хорошая идея. Ну, перебор. Цвет золота мне не нравится.
Вот это хорошо, но золото плохо. Вообще это все не так, как надо. Не-не-не. Попробовать панели. Панели совсем неплохо. Может быть, три панели. Вот три панели замечательно, но как бы чуть-чуть их убрать. Здесь какое золото? Немножко с красна, да? Ну ничего, мы сейчас тоже сделаем красновато золото. Так, здесь все нормально, все нормально. Контраст отлично. Посмотрим сейчас, как нам лучше. Ну, так было нормально. Вот так будет. На камушке светить отлично. Слишком много хеликает. Так, и золото. Давайте посмотрим. Золото. Вот видите, можно сделать такое золото, немножко золотое, красноватое, но это много слегка. Глянем сюда. Ну хотя там такое есть оно. Вот так. Да? Ну-ка. Да. Почему нет? И это мы сюда ставим. Нет, вот сюда. Так. И здесь. Вот так. Все отлично. Смотрим сюда. Да, почти. Почти. Так. Освещение еще раз попробуем. Или шмок все-таки. Ох, шмок долго считаться будет. Продукт, на крайний случай, продукт подключу. Вот продукт будет нормально. Так, ну, что же придумать с этими? Здесь как-то вот не совсем не нравится мугейбинг. Солнце сверху. Ну-ка здесь. Здесь наоборот темно с этой стороны. Да, придется повозиться с этим. Это гораздо ярче, но проблемка в том, что так, что здесь у нас альфа, дальше хеликвад поднять, контраст убрать. Здесь пускай будет подняться. А здесь. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, похоже уже, да? Не совсем. Здесь помельче эти получились, а я крупновато сделал. Ну да ладно. Все ж теперь.
не обратила внимания. Ну, короче, ребята, пока вот так, наверное, это будет, я так думаю, это будет достаточно на первых порах. Рендеринг включить и получим картинку. На этом я с вами прощаюсь. В принципе, мы сделали похожее, не совсем такое, но похоже. Хорошо. Я еще тут помучусь. Это ладно. Уже без вас. Так, где у нас? Вот оно, да? Стоп.